Dear friends, 2 дня назад произошла великая трагедия. 2 days ago, a great tragedy happened. Не стало нашего товарища, брата, спортсмена, мужа, отца Андрея Пушкаря. Our friend, our brother, husband, and the father Андрей Пушкарь passed away. Это вендетта. Твоя вендетта. I told him, vendetta, your vendetta. Андрей, я тебя. For you, Андрей. Предлагаю почтить минуты молчания нашего. Let us honor the memory of our friend by a minute of silence. Все же пресс-конференции должны быть на таких турнирах, и это оказалось информативной, интересной и интригующей, когда Ларат размялся с Цыпленковым. Турнир посвятили Андрею Пушкарю, и он присутствовал вместе со всеми в виде майки на стуле возле Игоря Мазуренко. Много было задано интересных вопросов, но борьба взглядов оставила просто потрясающее впечатление. Еще раз доказала, что армрестлинг – это спортивная семья, большая, где все армрестлеры – это братья и сестры. И здесь не может быть ни драк, ничего такого, как в UFC. Возможно, кто-то где-то появится в будущем, какой-нибудь неадекватный чувак, который сможет поссориться со всеми. Но на данный момент Игорь Мазуренко как не хотел, чтобы кто-то что-то разозлился или что-то было. Одни улыбки, одни приколы. Смотрите, что творит. Показывает, типа, присядь. Нет, не присядет. Тим Брестон тоже пошутил. И все-таки они пытаются сделать по плану Игоря Мазуренко. Но не получается пока что. Вот, самое, где получилось, это, конечно, Квиквеня и Чейфи. Вот они вот так жестко. Наверное, реально будет такая жесткая борьба между ними. Ливан и Дмитрий тоже прочувствовали. И смотрят. В принципе, вот два грозных, огромных бойца. И залыбался в конце. Понимает. Ну и самое интересное, конечно, Ларат и Цыпленков. У них перепалочка была такая интересная. А вот Цыпленков тоже поддерживает шутку. И, ну, начинают. А, еще, не оторвали бы мне язык, конечно, но Денис похож немножко на скейтера. Вот его кепка и майка вот эта желтая. А, и сейчас будет просто гениальный момент. Смотрим внимательно на Дениса. Смотрят противники. Смотрите, как поднял брови. И Ларат так миленько заулыбался, понимаю. Короче, это самая милая пресс-конференция и самая милая борьба взглядов. То, что грустно всем было, это да. Грустно до сих пор. Столько комментариев, столько людей объединены вот этой трагедией. Это круто. Это большого стоит. Поэтому ждем соревнований. Всего доброго. Подписываемся на канал, лайки. Всем пока.